Всем привет! Сегодня мы встречаем Тимура, который прилетел из Бишкека с пересадкой в Новосибирск. Всем привет, друзья! Сегодня у нас радостное событие. Клиент компании Migrant Consulting, которого ведет и вела Оксана, по имени Тимур. Тимур, откуда приехали? Из Киргизии. Тимур приехал из Киргизии для того, чтобы двигаться дальше в сторону Польши. Где получали визу? В Казахстане. Оксана, сколько по времени? По времени воеводское приглашение было, нужно было ожидать порядка 2,5 месяцев. А саму визу сколько получали? 2 недели. Около 2 недель. Были сложности с заполнением анкеты? Да, были. Мы вам помогли заполнить анкету, да. Однако самим лично нужно идти на подачу документов. Да. Хорошо. Кстати, ребят встречали мы, наши представители, Елизавета, ездили специально в аэропорт. Такое часто бывает, когда просят, когда в первый раз в Москве, что приехали, помогли. Насколько я знаю, через несколько дней вы летите уже дальше. Да. В общем, у ребят будет рейс в Варшаву, потом из Варшавы они добираются до Гданьска, и из Гданьска можно за 5 евро, 4,99 спокойно доехать до Швеции, до Стокгольма, и там уже дальше по Швеции 300 километров. Как вообще, на душе радостно? Да, очень отлично. Понятно. Порекомендуете компанию Migrant Consulting своим знакомым, друзьям? Да, конечно. Кстати, вот виза. Это национальная польская виза категории D. Кстати, с этой визой можно работать на территории Швеции, Германии, Норвегии не больше 3 месяцев, но если понравится, Тимур может остаться и дальше уже искать себе прямой контракт. Это, кстати, очень возможно, и многие этим пользуются. Вот. Так что едем сейчас в Польшу и дальше уже... И еще один момент. При том, что вы получаете воеводское приглашение годовое, вам не нужно выезжать из Польши, чтобы его продлевать. Это очень большой плюс данного приглашения. Но оно изготавливается, да, то есть около 2,5 месяцев. Понятно. Как вам Москва? Очень хорошо. Ну, Варшава понравится больше, а Швеция еще больше. Кстати, в Швеции погода намного теплее, чем здесь, несмотря на то, что сегодня солнце. Спасибо огромное, что приехали, спасибо огромное, что согласились сниматься. Кстати, ребят, вот все хотят видеть кого-то другого, но никто не хочет сниматься на видео. И вот когда мы кого-то просим, когда кто-то приезжает, когда кто-то оказывается у нас в кадре, это очень здорово. Спасибо всем, оставайтесь с нами. Всего удачи. Доброго, спасибо, да. Спасибо, Оксана, тебе это твоя заслуга. Да, я всем очень рада. Всем. Понравилось видео? Хотите знать о переезде за границу больше? Кликните на колокольчик в правом нижнем углу.